Всем привет! Сегодня я буду готовить фруктово-желейный арбуз. Готовится он очень просто, а вот результат порадует любого. Итак, нам понадобится арбуз, желательно правильной округлой формы. Еще понадобится пищевой желатин и 1 литр какого-нибудь светлого сока, например виноградного или яблочного. Ну и конечно же фрукты. Я решил взять маленькие нектаринки, виноград кишмиш зеленого цвета, виноград темно-синего цвета, сливы, мандарины и киви. Но фрукты, конечно же, вы можете выбирать по своему усмотрению. Арбуз нужно разрезать пополам, чтобы было удобнее вынимать из него мякоть. Так как у меня есть специальный нож для арбуза, то воспользуюсь-ка я им. При помощи ножа, как оказалось, можно разрезать арбуз не только на полукруглые дольки, но еще и на кусочки, которые очень удобно кушать. Освобождаем арбуз от мякоти и срезаем все ее остатки со стенок кожуры. Вычерпываем всю мякоть при помощи ложки. Сок, который остается на дне, потом можно выпить, он очень вкусный. Такая кожура послужит отличной формой для нашего желе с фруктами. Кладем в миску 50 грамм желатина и заливаем литром виноградного сока. Оставляем желатин набухать на 20 минут. Тем временем займемся фруктами. Очищаем мандарин от кожуры и разделяем мякоть на дольки. Чтобы быстро и легко почистить киви, разрезаем его пополам, берем чайную ложку и отделяем мякоть от кожуры. Теперь кожуру можно снять без особых усилий, а остатки обрезать ножом. Нарезаем киви на кружочки. Сливы разрезаем пополам и удаляем косточку. Аналогично поступаем с мини-нектаринками. Виноград отделяем от ветки. Наполняем арбуз фруктами. Также еще можно положить и кусочки арбуза. Желатин у нас набух. Теперь его нужно убрать в микроволновку на 2 минуты, чтобы он нагрелся. Хорошо перемешиваем раствор, чтобы желатин полностью растворился. Также охлаждаем раствор до теплого состояния. Заливаем раствором фрукты в арбузе до самого верха. Ждем, пока раствор охладится до комнатной температуры и убираем арбуз в холодильник на ночь или на 5-6 часов, чтобы образовалось желе. Как видите, желе у нас застыло и фрукты зафиксировались в арбузе. Теперь его можно разрезать и посмотреть, что же там получилось внутри. Смотрится, как мне кажется, очень даже аппетитно. По сути дела, это получился желейно-фруктовый торт, а формой послужила кожура от арбуза. Думаю, кусочками такого торта можно отлично украсить любой праздничный стол. Ну а вкус получился очень классным и насыщенным за счет смеси большого количества разных фруктов. Желаю вам приятного аппетита!